Караганде прошла ежегодная церемония вручения премии акима области «Алтын Сунгар» представителям средств массовой информации. Самая престижная премия журналистам вручается на протяжении последних 11 лет в преддверии профессионального праздника Дня работников связи и информации. Журналисты со всей области собрались вместе, чтобы поздравить друг друга с профессиональным праздником. Теплые слова в адрес виновников торжества звучали весь вечер. На протяжении 12 лет работники СМИ соревнуются за звание лучшего в своем деле. В этом году заявки подали 164 претендента. Обладателями премии акима области в различных номинациях стали 12 представителей местных и республиканских СМИ. Поздравили журналистов танцевальные коллективы «Шолпан» и «Вдохновение», которые и открыли торжественную церемонию. А концертную программу украшали различными миниатюрами и балетными постановками. В конкурсе приняли участие работники газет, радио, интернет-ресурсов, телевидения и специалисты технической службы масс-медиа. Номинанты были представлены со всех регионов нашей области. В номинации «За верность профессии» выиграл Алибек Абдрашев, журналист газеты «Шарайна» из города Сатпаев. В номинации «За активную жизненную позицию» – собственный корреспондент республиканского 31-й канал и журналист 5-го канала Людмила Батюшкина. Здравствуйте, спасибо большое. Всех коллег с праздником, конечно. Не только счастья, так сказать, и профессионального роста, но и простого человеческого счастья. Аким области Ерлан Кушанов поблагодарил представителей масс-медиа за ответственный подход к делу, преданность однажды избранной профессии и лично вручил специальную премию в размере 1 миллиона тенге карагандинскому корпункту агентства «Хабар». Знаете, почему трудно не просто быть акимом Карагандинской области? Потому что это один из сильнейших, самых медийных регионов страны. Мы занимаем по количеству СМИ, находимся в тройке лидеров, а по качеству мы на первом месте. А если серьезно скажу из своего опыта, карагандинские журналисты – это одни из действительно сильнейших в нашей стране. Это признают везде. И сегодня вот ваши коллеги на видеообращении об этом говорили. Я говорю сейчас не только о журналистах, работающих в областном центре, но и о коллегах, которые трудятся на передовой в наших районах и городах. И такая концентрация медиапрофессионалов постоянно держит нас в тонусе, чиновников. Спасибо за то, что вы делаете нашу власть эффективной. Именно благодаря сплоченности и слаженному труду мы добились такого успеха, говорят работники агентства «Хабар». В коллективе трудится 10 человек, и победу считают общей. Наш коллектив очень дружный. И, наверное, вот эта вот наша дружба довела нас до такой премии. Мы всегда работаем сплоченно, всегда советуемся во всех материалах, как подавать, в каком стиле. Поэтому в первую очередь я всем коллективам журналистской среды желаю быть дружными в первую очередь. Дружба доведет до добра. Карагандинская область – один из самых медийных регионов страны. По количеству СМИ мы находимся в тройке лидеров. Вместе с ветеранами средств массовой информации плодотворно работает и молодежь, которая успешно продолжает традиции, заложенные их предшественниками, но уже в новых исторических реалиях. На сегодняшний день в нашем регионе зарегистрировано 194 СМИ. В них работает более 1000 журналистов. Асель Сазымбаева, Жасулла Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Спасибо.